Оля? You can put... Это старая запись. Три недели назад. Sound. Where is your sound, honey? Sound. Это кино про вас. Ну понял. И все люди смотрят. Ну пускай баламута глядя. Ну, баламута. И Эдгар тоже снимал и... Конечно. Но он не Эдгар, а он Бенджамин. Да, да, да. Нет, он Эдгаром. Не назвался. Назвался? Что? А, ну хорошо, запомнил. Понятно, понятно. Я ему про футбол хотел рассказать. Много. Рассказать. Он? Да. Эйсебио, это португалец, вышел, ему пенальти забил. Ну, все пять человек. Николай Петрович, мы оставляем деньги Любови Дмитриевне. На двое? Я покуль ее не определиться нормально. Да, да. Деньги, это навоз, сегодня нету, завтра вот. Ура! Так, Николай Петрович, смотрите, сейчас у вас есть свой канал в интернете. И... Если вы будете рассказывать много историй, этот канал начнет приносить вам деньги. Я ну, небольшие, но хоть какие-то копейки. Поэтому, ну, мы не обещаем, что будем часто приезжать, но когда-нибудь будем приезжать, да? Not often. We can go. Yes. Побыл. Да. Три раза, наверное, он у вас был. Тихо. Да, тихо. Воробьевки. Ну вот там тоже такие живи. Воробьевка. Вы проезжали Бартоломеевку? Да, да, да. Да, по трассе. Да. Выселенная. Угу. Як из ветки угу. налево. Там за Бартоломеевкой Воробьевка, ее деревня угу. такая. Там тоже Воробьевка. Завод был там. Вот. Ну это у Бартоломеевки был. Угу. Тоже, говорю, приезжали туда, угу. выпивали, угу. брал тоже угу. ему. Да. Эдгар. Нет, да, а да, там да. мужчина в твоих годах живет. Да нет. Воробьевки. Моложе. Постарше. Постарше угу. его живет там тоже. И та деревня выселенная. Угу. Да. Так, Эдгар, давай наливай. Ну, стакан же вымешь. Ты мужчина принес mm-hmm. стакан. Так он уже покатался. Ветку я его свозил. Да. У Евроок. Да. Европродукты у меня брал. Ладно. Мне это. Mm. Вот. Ну, выпили. Ну, что говорит? Я вот не помню только. Чи добавил он ему копеек или бутылку. Да, ну, одним словом, пучом. Угу. Ну, я на него, ну, земляк, давай отдыхай. А Эдгар, как ты? Ну, а что ж он? Земляк же, ветковский. Я не брехавший.